На конкурс дети читают стихи. Артем Петрусев, 11 лет. Петр Давыдов уходит ветерану. Мы понимаем, что когда-то придут совсем другие даты. Не будет больше ветеранов, их не останется в живых, ни рядовых, ни офицеров, ни покалеченных, ни целых, ни благородных генералов, ни бывших зэков, род штрафных. Кто им потом придет на смену? Кого придется звать на сцену, чтоб окружить своей заботой, когда нагрянет юбилей? Подряд уходят ветераны, им обдувает ветер раны, их ордена лежат забыты, а имена горят сильней. А может, это все логично, но очень больно, если лично ты с этим связан был и даже не понимал тогда всего. Мне раньше искренне казалось, что деду много жить осталось, но уж который день победы мы отмечаем без него.